Министерство здравоохранения России разрабатывает нормативный акт, который запретит молодым врачам трудиться в частных клиниках, не отработав определенный срок в государственных медучреждениях. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова. Министр уточнила, сейчас в ведомстве идет обсуждение срока отработки, который будет принят в России. Но специалисты считают, он не превысит 5 лет.